Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Крошка-Крошка, Радекс. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Обновили игру Granny Simulator и будем сегодня веселиться, угорать и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем мочить бабку. Ребята, добавили новые карты, и теперь бабка может кидать стулья, диваны, кресла и творить просто жесткую дичь. И даже внуков брать и кидать их об стенку. Пару раз кидает, и мы проигрываем. Смотрите, какая бабка мощная у нас. Уже пошла, 82 хп. Ребята, наша цель сегодня бабку эту быстро замочить. Смотрите, что с ней творится. Она даже встать не может. Обязательно ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал. И заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти. Видите, вот эти вот кресла стоят, столики, она все может бросать. Просто все. Ах ты, блин, уклонился, ты видел? Он пока не может бросать, потому что ему надо съесть таблетки. А вот таблетки я не могу брать? Нет, старый, бьете, обижаете. Да кто тебя трогает? Ты уже горишь. Где бабка наша? А тут что, можно дом поджигать? Смотрите, горит. Блин, карта очень классная. Она такая просторная, аж непривычная, что в этой игре столько всего добавили. И мне радует, что эту игру не забросили, все-таки ее улучшают. Ну да. Так, а где бабка Грэнни? А, дверь тут нельзя. А, дверь можно открыть. Все, бабка съела таблетки, теперь она сейчас будет кидать у нас все. Вот, смотрите, как у бабки увеличивается жизнь. Справа вверху написано. Кто это тут снизу? 90 жизни уже, нифига себе, ты что за читер такой? И сейчас в этом режиме она сможет бросать мебель. Просто все разбрасывать, сейчас увидите. И будет рычать еще очень прикольно. Ой, ничего. Саня, не надо. Мочи его. Так, давайте тоже бутылочку возьмем. Отойдите от бабки все, буду ее мочить. Ой, а что с ней? На. Ау. Нормально? Тебе нравится? Скай. Так, пацаны, я уже собирал 8 ключиков. Мне кажется, можно классное оружие пойти в логово наше брать. Как-то бабка очень странно ходит. На! Да что это сейчас было? Что это было за бредячина? Ты как-то у меня очень странно ведешь себя. Где бабка? Ой, я ухожу. Что со мной, блин? Ай. Во. Все, пошлите. Ребята, мы сейчас будем брать очень мощное оружие. Смотрите, у меня есть... Раз, два, три. Так, что у нас тут за оружие? Коктейль Молотова взял. Вам, пацаны, открывать здесь ящики? Смотрите. Давай. Берите все. Берите. О, граната, все, пошлите. У меня коктейль Молотова и граната. Ну что, бабка, ты где? Мы набрали очень мощное оружие. Ты готов? Ах ты, блин. На тебе. Так, отойдите все. Горит бабка! Гори! Молоток! Ты промахнулся! Во, повезло. Повезло, реально. Молоток по башке, такой так пиум. Так, и насколько знаете, предметы, которые попадали, их можно еще брать. Да, они многоразовые. Давай, по жопе. Блин, ребята, ну это угарчик. Блин, теперь места много, и можно реально дичь творить просто жесткую. Ого, она рычит. Я вижу молоток. Я иду за молотком. Где-то он здесь упал, насколько я знаю. Вот он. Эй, тихо, 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 пожалуйста. Блин, молоток вниз упал. А вот он. Почти его в тебя кинул. Быстрее. Подножку сделал молотком. Только не падай спокойно. Так, ой, тарелочка пошла у нас. А где он? Вот он на втором этаже. А где он? Он был так хорошо здесь. Упал? Он упал. А, он упал. Вон он. Блин, не попал. Молоток. Молоток. 390 жизней. Вот это будет жесткая битва, ребят. Я не даю встать просто. Партии гранат. Где граната? У кого? Радекс идет. Давай, кидай, я буду смотреть, как ты это делаешь. Так, кружка еще лежит. Я попытаюсь сейчас опять сбить с ног. Ай, блин, он тут ее колбасит. О, ты молоток взял, молодец. Да что ее, блин, глючит жестко вообще. Ребята, ну это реально классное обновление. Если вы хотите, чтобы мы эту игру еще позаписывали, напишите, мы хотим. И мы будем еще ее снимать много раз. Потому что 5 карт. Это мы пятую взяли. Еще есть 3 карты новых. Первую не считаю. А где бабка? Я ее не вижу. Я валяюсь. А, вижу.
Мы не даем тебе встать просто. Понравилось? На тебе еще. Кстати, а ты можешь диван взять или стул кинуть? Мне нужно ключик взять сначала, уже потом диваны. А, у тебя же миссии надо выполнять. Видите, мы даже не дадим миссии выполнить. Просто гасим. Так, что у нас тут? А, я думал, тут нычка. Так, ребята, три ключика у меня уже есть. Тебе нормально? Ой. Так, идемте наблюдать, как ее мочат. Блин, ну классно сделали. Места много, и как-то непривычно теперь такое раздолье бабка? Есть. А где бабка, реально? Бабка куда-то улетела. Бабушка. Да, внучок. Где ты? Я тут на первом этаже. Ай, ты по мне кинул! Да что за бред? У нас же мы же в команде одной. А на улицу выйти нельзя, так понимаю, да? Не. Было бы классно. Мой радикулит. Что тут дверь валяется? Это законно вообще? Так, я думал, тут бабка где-то где есть. Бабка? А бабки нету. Я ого, нифига себе, что за бред, у тебя ноги растянулись. Да тихо-тихо, пацаны, осторожней. А где молотов, который у меня в руках был? Не знаю. Да блин, пацаны, ну вы чудите, надо от вас текать, вы какие-то стрёмные. Вон бабка на второй этаж идет задание выполнять, быстрее все за ней. Мы должны ее скинуть. Быстрее, быстрее. Да ну ё-моё, ну мы спотыкаемся друг об друга. Так, у меня есть три ключик. Вот бабка. На тебе. Ой. Вот это у меня глю... У вас тоже заглючило сейчас или нет? Да. Телепортировала назад. Подножку тарелкой сделал. 260 жизней. Есть еще шанс ее замочить. А жизни может бабка еще пополнить себе или нет? Может. Да не вставай. Распласталась там жестко. А вот лекарства, кстати, тут стоят. Дай пожить. Ну иди лекарство, хочешь, иди возьми. Если мы тебе дадим, конечно, это сделать. Да что с бабкой, блин, это жесть просто. Бабушка. Грэнни. Заглючила игра, ребята, перехвалил я эту игру. Че, добьем ее уже просто и все? Давай, ну да. Ребята, будем, короче, издеваться. Раз бабка зависла, будем ее просто мочить. Блин, это круто, это просто издевательство над бабушкой. Так, мы тут все выгребли, тут можно открыть ящички какие-то? Нет. На втором этаже. А может ее разглючить сейчас? Нет. И ничего не может и схватить? На втором этаже еще есть ящики. Ну идемте. Бабка там что-то рычит. Блин, это, конечно, плохо, что и до того, как ее обновили, были глюки, эти глюки не пропали. Хотелось бы, чтобы, конечно, сделали. Стань, стой, остановись, мы сейчас придем с оружием. Да, не кидай только. Так, что у нас тут? Молоток. Я бабку туда-сюда телепаю. Дим, а, есть о, ключик ножик. Один? Да, есть. Дим, иди сюда. Ой. А где ты? Я... Блин. А, ё-моё. А, я вижу. Бегу. Ох, ты меня прошвырнула. Так, открываем. Вы увидели, как я тут бабку... Граната. Я пошел. Только не кидай без меня. О, кунай. Хорошо. Ну так, что, оружие набрали, мочим. Но! По мне попали. Нормально, бабка, вставай, я сейчас тебе буду в голову кидать. Ребят, смотрите, у меня есть ножик в руках. Так. Четко в лоб попал. А не, никуда, куда я попал? В глаз. В рот. В рот. Блин. Протезы повлекают. Так, 87 жизней осталось, немножечко совсем. Да блин, вы мешаете, хлопцы. Мы боже уже все предметы, которые были, брал. Все брали. На, 77. Так, тут ничего, да, больше нету? Нету. Блин, я не могу взять нож. Кидай. Ух ты, 57. Да я кину. Я же тоже хочу поиздеваться над бабкой. Так, давайте проверим, сколько молоток в голову отнимает. А где молоток? Ты у меня его забрал, что ли, с рук? Не, так не пойдет. 30, 20 хп отнимать. Давайте еще два удара. Ого, молоток, все время в воздухе был. Бедная крошка-окрошка. Максим, тебе нормально? С кайфом. Издеваемся, как можем. Ребята, раунд номер два. Радок за бабку Грэнни играет. И мы взяли хэллоуинскую карту. Кстати, я на ней ни разу не играл. Мне даже интересно посмотреть, что здесь вообще такое добавлено. Так, ну бабушка. Что, где наша бабушка? На кухне. Бабушка, вот тебе подарок. Так, собираем кучу. Плохо, что нельзя много предметов с собой взять и носить их.
Так, лекарства на втором этаже есть. Ого, там уже звуки идут. О, тут на улицу можно выходить? Да. Афинтетушки. Афинтетушки. Новое слово от Димаса. Алло. Ах, блин, обменялись мы с тобой. Ай. Мы что, выиграли бабку? Да. Закидали. Я избил ее. Это просто жесть. Давайте еще раз. Да как-то быстро мы ее замочили. Радекс, у тебя никаких шансов нету сейчас выиграть. Мы тебя просто накажем. Максим, а как ты так долго держался тогда? А с кайфом. Молодец. А потому что на той карте у него же там 500 хп было, а здесь нельзя. А можно здесь, есть лекарство? Нет. А нельзя? Я сейчас вот съел, нельзя. Ага, ой, я понял. А, ну тогда мы будем над тобой издеваться как можно, на тебе по башке тогда. Внука нормально пинанул. Ай. Так, я могу здесь противень взять? А, вот тарелочка есть у нас. Я инструменты нашел. Блин, промахнулся новой тарелкой свадебной. Так, что у нас тут еще есть? Бутылочка. Иди отсюда. Ну что, бабушка, ты где? Ты будешь пинать моего брата? 89 да. хп. Не так уж много, ребята, у бабки осталось жизней. Вот это битва, блин. Это битва бутылками и кружками, что ли? Ну да. На, по спине. Молоток по башке. На тебе. За диван улетело просто. Чтобы не втыкало. Мне кажется, тут даже можно оружие не брать с ящиков, а просто замочить ее так. Подвал. Ты не попал, что ли? А где упала? Это здесь. Блин, не увидел. Вот молоток. Бабка, в шкафу электрошокер есть. Вот это был подача. Ай. Молоток. Еще берем. Блин, как-то странно, наверное, сработает. А где-то молоток должен лежать. А что бабка споткнулась, я не понимаю. Что с ней? Есть. Ау, прямо в шкафчик пнула. Ребята, ну это жесткий. На, по башке. А что с нашим другом? Потом как-то голова у него застряла. Это вообще законно? На, бабку, короче, сегодня пинаю вообще жестко. Бабка, три жизни, ну все, ты слился. Кто последний решающий удар сделает? Давайте я. А в любом случае это и Дим. Мы застряли. А, да? Я туда не пойду туда, потому что я тоже застряну. Сковородка. Ребята, закончим этот раунд по башке сковородкой. Классно. Вообще мощно. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А мы еще поиграем.